Лето – это не только горячая пора для выпускников, но и для администрации школ. В средних образовательных учреждениях начались ремонтные работы. К новому учебному году намерены закончить реконструкцию и Черновеченской школы. С подробностями Инна Богатырева. Осыпавшаяся штукатурка, плесень на потолках и стенах свидетельствует, проблема с протекающей крышей в Черновеченской школе существует не первый год. Подвела мягкая кровля, которая отслужила свой век. На сегодняшний день у нас идут ремонтные работы по замене крыши, кровли на шатровую. Идет ремонт, подготовка надворных санузлов. Сейчас там тоже идут работы, ремонтные работы. Классные помещения в полном составе уже отремонтированы. Внутри помещения сейчас идут лакокрасочные работы. Санузлы по-прежнему во дворе, но теперь здесь будут свет, горячая и холодная вода, заверили в администрации. Полы и стены выложат плиткой, а пока рабочие выравнивают и шпатлюют стены. Шатровая крыша и новые туалеты – это только часть того, что необходимо привести в порядок. Районная комиссия школу инспектирует еженедельно. В общем, сумма составила у нас приблизительно около 5 миллионов. На данный момент вот осваивается уже около миллиона, освоили почти. Ну, я думаю, потихонечку к 1 сентябрю. Освоим и все пять. Вот такие планы у нас были. В перспективе намечается еще и замена крыши в детском саду, но это уже в следующем году. Инна Богатырева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария.